вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Церковь и общество», и я ее ведущий Александр Ворсин. Сегодня будем говорить о празднике Пятидесятницы. Наш гость, управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Добрый вечер, Владыка. Здравствуйте. Мне пришлось однажды в этот день услышать интересное поздравление. Прихожане то ли в шутку, то ли всерьез поздравляли друг друга с днем рождения Церкви. Но если перефразировать известную фразу, то в каждой шутке есть только доля шутки. То есть тут наверняка имеется какой-то подтекст. В этом поздравлении нет ничего шуточного, потому что День Пятидесятницы справедливо нужно назвать днем рождения Церкви. Именно в 50-й день после воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа на святых апостолов сходит Дух Божий. И с этого момента начинается проповедь Евангелия по всей Вселенной. Именно в день Пятидесятницы, согласно Священному Писанию, святой апостол Петр произносит свою знаменитую проповедь, после которой крестилось около 3000 человек. Через сошествие Духа Божия на апостолов открывается природа Церкви. Церковь стала плодом проповеди. Проповеди об Иисусе Христе, воскресшем и спасшем человеческий род. И именно это предназначение Церкви сохраняется на все времена. Первая проповедь была устной. Апостолы проповедовали из уст в уста, и это предание церковное передавалось многими поколениями. А сейчас, конечно, ничего в этом плане не изменилось, только, наверное, открылись еще больше возможностей для проповеди, потому что сейчас можно проповедовать не просто, смотря друг на друга, через устную проповедь, сейчас можно проповедовать через телевидение, через интернет, через газеты, но суть сохраняется одна и та же. То есть проповедник Евангелия, он передает свое свидетельство о воскресшем Христе Спасителе. И таким образом рождается Церковь. Церковь как тело Христово, Церковь как сообщество тех людей, которые, являясь мессическим телом Христа Спасителя, идут по пути спасения. Вы упомянули о том, что в день праздника Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух, и один из благодатных даров, которые они получили, выражался в том, что их стали понимать все. Церковь очень часто подчеркивает преемственность своей иерархии именно от апостолов. Вот конкретно это дарование Святого Духа, дар языков, как оно сегодня представлено в жизни Православной Церкви? Действительно, согласно книге Деяний, где и описывается сошествие Духа Божия на апостолов, после этого события апостолы заговорили разными незнакомыми языками. И иудеи, которые это заметили, начали высмеивать апостолов, говоря о том, что они просто пьяны. Но в это время в Иерусалиме было очень много паломников, пилигримов с разных стран, и они-то как раз и услышали свои наречия, свои знакомые языки. И таким образом было открыто само предназначение евангельской проповеди. Проповедь предназначена для всех, независимо от рождения, независимо от того, какое у человека происхождение. Кроме того, если мы будем читать послание апостола Павла, то мы увидим, что в первых христианских общинах это явление имело место. Первые христиане разговаривали разными языками. Но здесь интересно то, что это явление почти уже не знакомо с начала II века. Скорее всего, оно имело место только вот в таком раннем, самом раннем периоде существования христианской веры. И это время, когда Церковь зарождалась, это особое время воздействия Духа Божия на первых людей, которые принимали веру Христову. Но уже в сочинениях отцов Церкви, апологетов II века, мы не видим никаких указаний о том, что вот это явление имеет место в христианской жизни. Тоже мы можем сказать и о том, что вообще сама уникальная жизнь первой христианской жизни, она уникальна во всем, потому что кроме иных языков было еще такое явление, которое очень часто описывается в Священном Писании, как особый дар пророчества апостолов. Очень часто были чудотворения. То есть это необходимо было для того, чтобы Церковь развивалась, получила импульс для развития. А в дальнейшем это явление, оно
уже не имело места. Кроме того, если мы знакомимся с предположениями библистов о как раз этом явлении говорить разными языками, то здесь тоже есть разные по этому поводу предположения. Во всяком случае, все они говорят о том, что это уникальное явление, которое было свойственно только общинам такой первой начальной стадии развития христианской веры. Праздник в честь Живоначальной Троицы мы отмечаем на 50-й день после Пасхи. Зачем, кроме него, понадобилось еще и сугубое прославление Святого Духа? Понедельник после Пятидесятницы так и называют День Святого Духа. 50-й день – это всегда будет воскресенье, то есть Пятидесятница – это праздник, всегда попадает на воскресенье. И сразу же после него действительно в церковном календаре значится День Святого Духа. Но здесь нужно иметь в виду, что это не особый какой-то праздник, который имеет другую содержательную идею, чем праздник Пятидесятницы. День Святого Духа – это праздник, который продолжает вот этот праздник. Потому что если мы посмотрим богослужебные тексты, то, в принципе, говорится о том же, о чем мы читали и пели за богослужение самого праздника Пятидесятницы. И вообще, кто знаком с церковной жизнью, понимает, что все великие праздники имеют как период предпраздства, когда христианин подготавливается к принятию того или иного события церковного, также и период попраства. Этот период бывает в несколько дней или бывает вообще в несколько недель, как Пасха. И это не какой-то отдельный праздник всегда, это продолжение данного праздника. И кроме того, мы должны еще иметь в виду, что всегда после великих праздников, согласно нашей традиции, устанавливается воспоминание или почитание того, кто особо послужил в этот праздник, в этот день. Например, если возьмем Рождество Христово, то следующий день будет у нас особое почитание Божьей Матери, которая дала плоть и кровь Сыну Божьему. Если мы посмотрим на праздник Богоявления, то следующий день будет праздник, посвященный святому Иоанну Предтече, который крестил Господа нашего Иисуса Христа. Также день Пятидесятницы – это особый день, когда Дух Божий сошел на святых апостолов, и таким образом была особо явлена тайна Триипостасного Божества. Но поскольку именно Дух Божий в данном случае послужил и началу рождения Церкви, и особому явлению Божественной Троицы, то Церковь установила в следующий день особое почитание Духу Божьему. Вот так в календаре появился праздник в честь Святого Духа. Но именно в связи со Святым Духом есть один отрывок в Евангелии, доходя до которого многие читатели вздрагивают, пугаются. Христос говорит, что любой грех простится человеку, но хула на Святого Духа человеку не будет прощена. Что это за страшный грех такой? Действительно, Господь Иисус Христос говорит о том, что всякая хула, всякий грех человеку прощается, за исключением хулы и греха против Духа Божьего. Этот грех не прощается ни в этом веке, ни в будущем. О какой хуле или о каком грехе непрощенном речь идет? Согласно толкованию святых отцов, здесь имеется в виду сознательное противление истине. Дух Божий – это Дух истины, который открывается человеку. Если человек сознательно противится истине, то он и, в принципе, не желает этого прощения. То есть Господь прощает всякий грех, в котором человек кается. Но если человек не видит своего греха и упорно своим волевым стремлением идет к этому, то таким образом человек сам отнимает возможность у Бога ему простить. Речь идет, конечно, о грехе чаще всего богоборчества, то есть таком сознательном противлении того, что Господь открывает в нашей жизни. Кроме того, если говорить более конкретно, например, в IV веке, когда особо шли такие споры о тайне трипостасного Бога, хулой на Духа Святого считали также и грех тех еретиков, которые противились учению церковному о божественном достоинстве Духа Божия. О троичном догмате писали, наверное, практически все святые отцы. Зачем это понадобилось? Ведь есть священное писание. Или его в этом случае оказалось недостаточно? Вникая в божественное откровение, мы видим, что Господь постепенно открывает себя. В Ветхом Завете Бог открывает себя народу избранному, как Бог-Отец. В Новом Завете
Господь открывает Себя через Боговоплощение как второе лицо Трипостасного Божества, Сын Божий, который одновременно становится и Сыном Человеческим. И результатом этой миссии Бога-человека становится явление еще и в этом мире, личностное явление Святого Духа. Догмат о троичности Бога в совершенстве, в том виде, как мы его сейчас имеем, был разработан в основном в IV веке. И этот догмат, конечно, основывается на Священном Писании. Но вот именно в этих рамках, параметрах словесного выражения он был сформулирован именно в IV веке. Но это тайна. Тайна, которая в полноте своей никогда человечеству не будет открыта. И именно поэтому один из известных философов, русских философов, говорил, что учение о Троице – это крест для человеческого ума. В том смысле, что в полноте своей он никогда не будет человеком раскрыт. Но, тем не менее, богословы разных поколений так или иначе пытались проникнуть в эту тайну, дать подобающее изъяснение, и я полагаю, что эти попытки будут продолжаться еще до тех пор, пока будет существовать этот наш мир. У Дня Пятидесятницы есть свой праздничный антураж. И храмы, и свои дома христиане в этот день украшают цветами и разного рода зеленью. Как эта традиция появилась и что она обозначает? Действительно, в церковной жизни все имеет особое место, и в том числе уделяется довольно такое важное значение внешнему украшению даже в храмах. Сейчас действительно в праздник Пятидесятницы храмы обильно украшены цветами, зеленью. А зеленый цвет – это цвет жизни. Мы говорим о том, что Дух Божий является животворящим, то есть подающим жизнь. Таким образом, через эту символику мы выражаем наши отношения к этому событию. Дух Божий приходит в этот мир для того, чтобы оживотворить человеческую душу. Человеческая душа возрождается. Храм тоже как напоминает человеку именно об этом. Важно, наверное, немножко о другом поговорить, чтобы для человека, приходящего в храм Божий, в этот день важным было не столько само украшение, сколько духовный, подлинный богословский смысл праздника. Потому что очень часто, к сожалению, так бывает, что человек празднику готовится внешне, что покушать, что поесть, как украсить, куда цветы принести, какие ароматы должны быть. А о сути праздника, зачем это происходило, и какое это имеет значение для меня, для моей жизни, это как остается на втором месте. Важно помнить, что эта внешняя символика, она значима только тогда, когда она помогает человеку проникнуть в глубины того, о чем хочет сейчас сказать церковь. А церковь через это украшение говорит, Дух Божий пришел в этот мир для того, чтобы оживотворить, дать новое дыхание человеческой душе. Любой церковный праздник – это не только воспоминание о конкретном историческом событии, это еще и некий посыл верующим. Что церковь в этот день хочет сказать своим чадам? День Пятидесятницы открывает человеку важнейшую истину. Церковь говорит о том, что Дух Божий – сошедший на апостолов, дает человеку новую возможность обогатиться духовно. Причем Дух Божий не просто абстрактно приходит на эту землю, а Он личностно участвует в спасении каждого человека. С момента крещения и миропомазания, тогда, когда человек входит в церковь, получает дары Духа Святого, он является храмом Божьим. И поэтому этот праздник, праздник Животворящей Троицы, еще раз нам напоминает о том, что мы призваны к этой святости быть вместилищем, сосудом Духа Божия. Но для того, чтобы это было по-настоящему, реально, непритворно, мы должны очень внимательно, объективно и честно дать оценку своей жизни. Являемся ли мы сосудом чистым, куда может прийти и вселиться Дух Божий. Если нет, мы должны через покаяние себя очистить. Для того, чтобы Дух Божий вселился в наше естество, и мы были христианами не по названию, а по своей жизни. Вы сегодня упомянули, что
троичный догмат практически бесконечен для изысканий человеческого ума, но я надеюсь, что и в результате праздника, и в результате этой беседы понимание к нам все-таки приблизится. Благодарю вас за беседу. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, мы общались с управляющим делами Украинской Православной Церкви, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Мы по-прежнему ждем ваших вопросов. Пишите, звоните, контакты программы вы видите на своих экранах. С вами была программа «Церковь и общество», и я ее ведущий Александр Ворсин. До встречи ровно через неделю.